Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг влияния руководителей субъектов страны за октябрь. Глава Чувашии Михаил Игнатьев занял в нем 34 место, улучшив свой результат по сравнению с сентябрем на 18 пунктов и переместился из группы «среднее влияние» в группу «сильное влияние». Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем приняли участие 25 экспертов – политологи, политтехнологи, технологи, медиаэксперты, журналисты.